Приветствую вас на канале Крестьян, с вами Кристина. Сегодня я хочу ввести на канал новую рубрику, которая будет посвящена еженедельному выпуску журналов от фирмы Диагостини, а именно от журналов «Подземные богатства». Если вам интересно, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра. В первую очередь хочу пригласить вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, а также нажать на колокольчик. Данная мера нужна для того, чтобы не пропускать моих роликов. А также я хочу пригласить вас подписаться на мой инстаграм, где я постоянно выкладываю интересные фотографии и пишу под ними свои мысли. Твиттер, в котором я делюсь всеми своими впечатлениями о погоде, о фильмах, о сериалах, о книгах и так далее. И если вы не подписаны ни там на меня, и вас вообще в принципе нет, но вам интересно, то вы можете подписаться на мою группу ВКонтакте, где я храню все свои фотографии из Инстаграм, а также скрины всех своих твитов. Ну а теперь начнем. Совсем недавно я увидела по телевизору, что у Диагостини выходит новая коллекция. И на самом деле я уже собирала 3 или 2 коллекции от Диагостини. Первая это была, по-моему, Сабрина Маленькая Ведьма. Поправьте меня, если это другой издатель. Второе это были журналы «История женских портретов». Я их вам уже показывала в своих фаворитах, что я очень люблю эти журналы. Но я собрала маленькую коллекцию, там 10 журналов, по-моему. Сейчас я решила основательно собрать коллекцию, и поэтому я хочу записывать по каждому журналу мини-обзоры, рассказывать и показывать вам, что пришло мне с тем или иным выпуском, показывать, какого качества здесь камни, и рассказывать, какие есть рубрики в журналах. Первый выпуск стоит 99 рублей, но в наших киосках он стоит 135 рублей. И каково было мое удивление, когда мне сказали, если вы хотите получить второй номер, то делайте предзаказ и оплачивайте его полностью. Вообще, давайте начнем с того, что журнал вот шел на такой подложке, вот здесь вот так он был, и к нему прилагался футляр с камнем. Первый камень аметист, о нем подробнее дальше, и было 3 листовки разных. Одна из них приглашала подписаться на рассылку данных журналов, и я подписалась, потому что в наших магазинах это все будет стоить не только 135 рублей. Второй журнал должен стоить по рекомендованной цене 99, второй 199, третий и следующие, получается 98, будут стоить 299. И лучше я потрачу ровно такую сумму, чем буду еженедельно отдавать 420 рублей за каждый журнал. Я когда увидела эту дикую стоимость, решила, что нет, я буду заказывать лучше подписку. Я подписалась через интернет, зашла на сайт Диагостини. Здесь прилагался буклет, в котором было описано подробно, как можно подписаться. И если вы подпишетесь на первую посылку, в которую входят второй, третий, четвертый журналы, то вам будет 50% скидка. Я подписалась, заплатила за все 670, по-моему, рублей, с учетом доставки по России 75 рублей. Все журналы придут мне после выхода последнего журнала, который находится в посылке. То есть у нас в киосках уже будет появляться второй, третий, четвертый, а я их получу только после 27 сентября. Последующие посылки будут стоить 1200 за 4 журнала. Тоже я не особо расстроилась. Все дело в том, что один натуральный камень будет стоить, ну, не 99 рублей точно. Вот такие щеточки. Щеточка – это что-то похожее на вот это, когда кристаллы нарастают на горной породе. Стоит примерно от 1500 до 3000, такая маленькая. Я не могу быть уверена, что это настоящие натуральные камни, но все-таки что-то их подобие, ну, или как утверждает сама компания Диагостини, это натуральные камни, поэтому я с удовольствием буду собирать большую коллекцию. В следующем выпуске, со вторым выпуском, мне придут кейсы для хранения, вот так они выглядят ко мне, придет один кейс пока что. Следующий выпуск будет в подарок мне папка, и в четвертом выпуске будут разделители, а далее, я думаю, мне пришлют что там да как. Также есть определенные бонусы для тех, кто подписывается на рассылку. Там дневник геологический, микроскоп, а также компас и еще что-то. Одно я увидела, я уже не запомнила. Я все-таки решила твердо, что я хочу эту коллекцию. И давайте теперь перейдем к тому, что было с первым номером. Все было упаковано вот так.
Внутри еще было пару листовок, которые я прочитала и выкинула, потому что они мне не нужны. И вот сюда была вставлена как-то, не помню уже как, карточка, по-моему, на ней вот так вот был аметист. Поближе аметист мы с вами рассмотрим в конце. Сейчас я хочу посмотреть и точнее рассказать вам, что из себя представляет журнал. Знакомая в Инстаграме написала, что как-то года 3 назад она собрала целую коллекцию, и, возможно, это повторная коллекция. Уточнять не буду, но у меня есть стойкое ощущение, что я уже видела подобные журналы в своей жизни. Вот прям 100% видела. Журналы эти и коллекция камней создана в содружестве с Государственным геологическим музеем имени Вернадского. Журнал нужно будет разделять на листочки и вставлять в папку. Так у меня уже собиралась коллекция в доме родителей. Мы собирали коллекцию журналов каких-то от Reader's Digest, не помню уже, но суть в том, что это очень удобно. Здесь подробно расписано, как и что нужно будет где соединять, что это первый выпуск 2017 года и что это еженедельное издание. Уже вышел второй номер, возможно, когда вышло это видео, уже вышел третий номер, но я вам покажу, получается, второй, третий и четвертый номер вместе. В данном журнале каждым цветом помечен каждый раздел. Зеленый, это выделяются так самоцветы, сверху есть буква, а это аметист, с другой стороны, точнее на другом развороте будет рубин. Я так поняла, что в каждом журнале будет по два самоцвета описано. На Земле огромное количество, около, по-моему, 3000 различных минералов, так что описать не описать, я не сказала, но вы могли понять, когда я сказала 98 число, что журналов в коллекции будет 100. 100 журналов, по-моему, 3 кейса, 3 папки. И там есть, кстати, свои плюшки, если там с какой-то посылкой доплачивать, с какой-то, имею в виду, сначала какой-то посылки каждому журналу доплачивать 50 рублей, то можно получить в подарок настоящую из настоящего агата подставку под книги, а также еще одну коллекцию кварцев, которую вы, видимо, не получите, мы не получим просто покупая, заказывая журналы, а именно когда мы заказываем дополнительно, это премиум версия, но я пока не решила, буду я заказывать или нет, посмотрим. Я уже прочитала его, аметист, рубин, на самом деле у меня аметистов очень много, я очень люблю аметист, и как я уже поняла, что его можно очень легко подделать. Возможно, у меня есть подделки, но я думаю, что это все-таки камни, потому что они у меня очень маленькие, и это камень очень распространенный, поэтому, не знаю, мне кажется, что у меня не подделки. Описывается дальше рубин. Желтым цветом будут обозначаться открытия. Я уже читала, здесь вот открытие минералов. Что такое минерал, описывается, какие они бывают, какое строение у них, сколько их существует на Земле и так далее. Дальше на страницах открытия также существует глоссарий, где будут расшифровываться все понятия, ну, по крайней мере, легкие для восприятия, которые нам, возможно, пригодятся и расширят наш кругозор. Фотографии. Очень много фотографий в данных выпусках, которые ярко иллюстрируют тот или иной камень. Дальше будет у нас после этого всего красная вкладка, это история Земли, но она у нас только пока что одна, они, видите, каждая нумеруется по-своему. И последняя, это вкладка коллекционирования, она сделана бирюзовой. На данный момент у меня здесь драгоценные и полудрагоценные камни описываются, какие были последние новые открытия и многое другое. Очень интересный журнал, мне он понравился, расширил мой кругозор. Также будет интересно потом деткам посмотреть, полистать. И когда они уже пойдут в школу, будут, возможно, интересоваться геологией. Камень идет вот в таком футляре, и я его уже уронила камнем вниз вот так, то есть камень мне немножко разбил вот эту вот часть футляра. Вообще в группе, ссылку на нее я вам оставлю обязательно под видео, от Диагостини группа, есть фотоальбом, куда загружают фотографии своих камней, я посмотрела, и у всех такие шикарные камни. Они прям такие большие, а у меня, посмотрите, горная порода, вот эта вот непонятная подложка, она у меня вот сколько занимает. Возможно, это аметист, ну просто какой-то там внутри он, но сам факт, что у меня очень маленькие кристаллы, они сиреневые, сиреневые кристаллы, они очень слабенькие и ценятся больше вот темно-фиолетовые, вот такие вот, но у меня таких, как вы видите, нету. Я скажу, что я не очень довольна тем, что есть, но когда я увидела и вообще этот журнал в магазине, я была в восторге, я хотела очень-очень, и первую неделю, наверное, я ходила в восторге,
смотрела на него каждый день, но потом в группе ВКонтакте я увидела, какие у всех шикарные камни, что мой, ну, просто рядом не стоял. Надеюсь, что в следующих выпусках я получу намного лучше экземпляры. Ну, и что есть, то есть. Если настоящий, то это очень хорошо. Если не настоящий, не расстроюсь. Я не понимаю еще пока, как выбирать правильно камни, но мне очень хочется собрать свою коллекцию. Здесь также есть поролоновая подложечка, которая вот так вот кладется, камушек закрывается, и это все хранится в определенном таком кейсе, каждая ячеечка. Следующий у нас будет вот этот выпуск, там будет розовый кварц, ну, видимо, он какой-то необработанный, потому что розовый кварц у меня тоже есть, и первый раз я вот такой вот вижу розовый кварц, но будем ждать. Если вы тоже заказываете себе, выписываете или просто покупаете данный журнал, то мне будет интересно об этом почитать, ваше мнение по первому выпуску. Если вам интересна данная рубрика, то дайте мне об этом знать пальцем вверх. Я буду ее с удовольствием продолжать. Но вообще я все равно хочу ее продолжать, чтобы потом посмотреть, что из этого выйдет и насколько меня хватит журналов. И если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите под видео, я точно на них отвечу. Спасибо, что были со мной. Будьте добрее, чаще улыбайтесь. С вами была Кристина, и всем пока-пока!